Главное управление МЧС Украины в Запорожской области обращается ко всем жителям области, к гражданам, к родителям, не оставлять детей без присмотра, соблюдать все нормы и требования элементарной безопасной жизнедеятельности для того, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, а также жизнь окружающих. Плюс ко всему, что сегодня уже 2 декабря, начался последний месяц до подготовки к празднованию Нового года и рождественских праздников, и именно в этот период мы наблюдаем тенденцию увеличения количества травмированных по причине использования пиротехнических изделий. Вот это могут быть и ожоги, и другие травмы с отсеканием конечностей. Поэтому для того, чтобы избежать подобных трагических последствий, значит, внимательно смотрите, какие пиротехнические изделия вы покупаете, где вы покупаете, сертифицированные они или нет. Вот. И для того, чтобы избежать травм, внимательно читайте инструкции, которые предлагают продавцы этих товаров. Вот. Ну и, естественно, ни в коем случае не разрешайте детям пользоваться пиротехническими изделиями.